Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки. И нас на летсплее сегодня игра Медведь Паддингтон. Давненько я в нее хотел поиграть, она очень популярная, вот по отзывам и по всему. Но на эмуляторе у меня не получалось ее запустить на широкий экран. А на узком это было не очень красиво. Поэтому я скачал ее на компьютер. Здесь вот все красиво и классно. Ну и вот с удовольствием в нее поиграю. А посмотрю, за счет чего ее так многие любят. Обучение завершено. Жми любую кнопку, чтобы продолжить. А посмотрим, как далеко ты добежишь. Но цель у нас была всего лишь 200 метров, так что вот, думаю, это не проблема. А предыстория этой игрушки такова. Мишке нужно было... Ой, вправо, влево, куда угодно, да? Как прям в миньонах. А Мишке нужно было разнести мед. Ого, пылесос. Ну вот, он взял тачку. Получается, у него... он забыл свою шляпу. Пошел за шляпой по лестнице наверх. Где-то спускался, споткнулся. Мед покатился. В общем, теперь он бегает, его собирает. Как-то так. Получается, целей много. А здесь игра тоже по уровням. То есть, получается, первый уровень, второй, там и пошли. А сейчас я буду проходить первый уровень. Вот, чтобы его пройти, нужно набрать... Ну, то есть, там, вот внизу пишется, даже некогда мне глянуть, сколько чего нужно набрать. А самое классное, что здесь вот нет никаких люков. Как вот у меня бывает в играх на эмуляторе. Последние дни вообще открыл для себя игры именно на компьютере, такие вот, которые раньше играл только на эмуляторе. Так что надеюсь, вот будет с такими обзорами все хорошо. И вам они понравятся, и мне понравятся. Буду дальше искать игры интересные, именно от компьютерные. Ну и в общем, записывать. Так, у меня уже, кстати, три цели выполнено, да, осталась одна. Причем вот я уже до нее добежал. По-моему. Ой. Стоп. А, там еще цели. Они появляются и появляются. Ничего себе, слушайте. А как? Я думал, что вот. Я первый уровень прошел и все. Ничего себе. Это слишком круто вообще. Для первого моего забега вот столько всего. На меня вот. Накидывать. О, подарочек. Блин. Немного не добежал. А еще до следующей награды. Не, спасибо. Кристаллы я тратить не буду. Вот жетоны какие-то у меня. Поздравляем, ты получаешь 575 оп и эти награды. Обычная карта вот волшебника. А что еще? Жетоны Паддингтона. Жетоны можно потратить на колесо призов. Круто. А, вот видите, звезда Крикера. Крикета. Крикера. Вот еще. Ну и вот жетоны. Ясно. И два подарка я собрал на уровне. Это вот сапог какой-то и кристалл. Весело. Миссис Берт 1АА. Ничего себе. Ладно. Вот такой вот был уровень. Это первый, а... Просто пока вообще не понимаю. Смотрите. Не, подождите. Вот первый уровень. Нажми в нужном месте и отправляйся в путь. Но я вообще хотел посмотреть, что там с уровнем с первым. С достижениями меня пока никуда не пускают. Ну что, начнем. А, пока у нас локация Виндзорские сады. Не, нельзя пока вернуться. А сколько здесь всего целей есть максимально? Ну, вот пишет, что 1800 метров это максимальная цель. Может, все-таки здесь не обманут? А давайте вот попробуем. Ага. Вот, видите, он с лестницы. Ой. Блин. Уберите, уберите эту картинку. Цель собрать 50 баночек, да? А, то есть 1800 баночек мне пишет. Последняя самая награда. То есть больше, чем вот 1800, по идее, не должно быть. Вначале, конечно же, все проходится быстро. Декорации, конечно, красивые. Хоть игрушка, насколько я знаю, старая. На Android, по-моему, вторая часть есть.
Может, на компьютере есть, но я решил начать с первой. В принципе, это правильно, как по мне. А, пылесос, ладно. О, можно наверх побежать, прикол. А здесь нужно что-то делать. Так, задание выполнено. Получается, дальше я просто могу выйти и типа пройти уровень, да, но дальше пустит в третий уровень. Либо могу, как говорится, бежать дальше, вот и... ничего себе, и собирать вот награды. Ай, видели, не допрыгнул до подарка, блин. Вот это обидно. Так. То есть, если я сейчас врежусь, мне как бы, ну, уже... сильно это как бы, ну... каши маслом не испортит, скажем так. Так, еще пылесос, пылесос. Блин, ну не успел я нажать. Не-не-не-не-не, да зачем мне реклама, мне так все хорошо. Фух. Давно забытое чувство. Ты получаешь 380 опыта, а в прошлый раз там намного больше было, да? Открыть все. Вот, такие картинки. Можно вдвое больше за рекламу, но вот это уже серьезное предложение. От которого я просто не мог отказаться, как видим, странно. А последняя карточка только вот одна. Ладно, не важно. 4 сапога награды за второй уровень. Ты переходишь на второй уровень. Можно еще раз? Нет, продолжить. Я хочу понять вообще, как здесь с уровнями быть. То есть прохожу я их или не прохожу. Или нужно вот на 3 звезды, видите, да, 3 звезды есть. То есть я выполнил 3 задания, это значит получил 3 звезды. А если вот, допустим... А, видите, сколько здесь всего? 3700, наверное, последняя, да? Да. То есть я могу как бы каждый уровень пройти на максимум. Я вот пробежал на 2300, а чтоб максимум нужно 3700. Можно переигрывать уровни, как бы получать максимальные награды. Так, есть достижения. А пробеги 10... короче, километров, да? Уже пробежал. Ничего себе. Быстрый парень. Я 10 километров за час бегаю, а тут, блин, за 5 минут. Так, что здесь? Ого. Разные картинки. Ну вот какая-то у меня уже есть. А, это предложение. Можно улучшить... получаю 2 раза больше мармелада за реальные деньги. Получается, можно мармелада-пылесос улучшить. То есть будет не 10 секунд, а 12. Он часто попадается, поэтому круто. Да. И за 1000 еще раз. Нет, пока давайте я все улучшу. Вот это вот. Ракету я даже еще не использовал. Пройди 6 уровень, пройди 5. Пройди 17, 31, 46. Ничего себе, сколько здесь бонусов. Та-та, давайте еще раз. Почему бы и нет? Вот так вот. Все, супер. Так, колесо какое-то. А, вращать вот эти вот жетоны, которые я выиграл, да? Ну, раз я их выиграл, и деть мне их больше некуда. Почему не повращать? А, колесо призов, глава 1 всего, да? Сапог получил. А, сапоги-пружинки. Надень сапоги-пружинки и подскакивай в 2 раза выше. Ничего себе. Ладно. Еще могу 2 раза повращать. Мелочь, а приятно, как бы. Всего лишь 50 меда. А там 91. Почему? 91. Странно как-то. Шанс, наверное, какой-то там увеличивается. И размер увеличивается. Ну, в общем, ни о чем. Призы. Ладно, давайте пробежимся в третьем уровне. А, вот хотел глянуть. Получается, по главам. Как тут глянуть? Общий список, подождите. Тебе нужно заработать 22 звезды в главе 1 и пройти уровень 15, чтобы открыть следующую главу. Глава 1, глава 2. Я немного не то хотел глянуть. А, ладно, потом разберусь. Давайте играть. А, Виндзорские сады, вот третий уровень. Сколько здесь у меня целей? Ага, видите, 56 прыжков. Перепрыгни через преграды. 4 раза. Всего 56 раз можно перепрыгнуть, чтобы получить максимальный приз. А, хочу. Хочу, хочу, хочу. Вот,
красавец. Вот эта лестница, он грохнулся, точнее не он грохнулся, а банки у него выпали. А видите, каждый прыжок считается за два, то есть сразу усиление там. Все как обычно в таких играх. То есть мне здесь в принципе... А, через препятствия, мне здесь меньше нужно собирать, кстати, меда, да? Больше прыгать. Опа! А можно совмещать приятно с полезным и прыгать, собирать мед. Так, учту это. А еще лучше брать пылесос, он у меня улучшенный, да? Ой. Вот двойной мед. Препятствие, это препятствие, надеюсь, нет? Вот так, а ящик нужно было прыгать. Но мед двойной тоже важен. Тем более, что вот время действия у меня улучшено. А это считается препятствие, нет? Да, видите, каждый этот прыжок считается как прыжок через препятствие. То есть вообще почти бесплатно, да? О, подарочек. 23, то есть. Вообще подарки получаю просто на расслабоне. 29 уже прыжков. А я сколько там всего говорил? 56, да? Ну, конечно, много. Взял. Скорость увеличивается, все сложнее и сложнее прыгать. Вот события, я так понимаю, через уровень уже прошел, да? Теперь. О, вот, взял подарок. В прошлом уровне, кстати, я, по-моему, ни одного подарка не взял. Так, ух ты. Ой. 39 прыжков. Ну, давай, дружбан. Мишаня, давай. Оп. О-о-о. Отлично. Ой, прыжок. Я взял его в подарок, в смысле, прыжок. Не надо мне прыжок брать. Мне нужно подарок брать. Кстати, вот эти вот с вагонетками похожи, как из Minion Rush. Кстати, я и Minion Rush тоже скачал себе на компьютер. Попробую скоро. А, и подарок хотел взять, но я презался. Я вам говорю, я презался, я уже знаю. Если погнался за подарком. Пока еще плохо ориентируюсь в игре. Так что я лучше не рискую, тем более. Что это было? Достижение какое-то. А что, еще там можно? Вот еще подарок. И... Ай! А дальше будут какие-то эти призы? По-моему, нет. То есть уже максимум, да? Поэтому мне нет смысла дальше вот прыгать. То есть, видите? А, 69. Сколько я уже прыгнул, наверное, да? Нет, зачем? У меня все так хорошо. Я все подарки собрал, сейчас выйду и посмотрю на уровне. По-моему, там мне пишут, что вот... Да, 1000. Оп. Открыть все. Вот, смотрите, да, максимально, видите, награды все взял. Можно вдвое больше получить. Так, посмотрим. А, видите, получается, случайная награда увеличивается в два раза. То есть можно как бы и дальше смотреть рекламу, увеличивать остальные награды, как бы. А, ну ладно, уже не буду, хватит. Какая-то опять миссис, списки лидеров. 500 тысяч там какой-то, я, да? Нет, хватит, зачем? Много народу играет, сами видите. Так, Паддингтон, ну-ка взгляни, что здесь. А в этих чемоданчиках чудесные и редкие игрушки и сладости. А давай откроем, вот даром, серебряный чемоданчик, да? Купи даром. Закупка — это подарок. А, собрать, вот... Звезда крикета в два раза больше собирает меда в какой-то локации, наверное. Купи еще один даром. Замечательно, у нас достаточно карт костюма, чтобы получить костюм Звезда Крикета. Вот, открываем. Супер. Взять. Ты должен быть опрятным. Этот костюм придется, кстати, во время забега по центру Лондона. Ага. Вот здесь, типа, да? А собери 55 баночек мармелада. Это первое. А последнее задание
2800. А могу я его улучшить? Нет, меня не пускают. Меня просто пока говорят, беги, в общем, и все. Беги, беги, беги. Ого, ого. Ничего себе, вы видите? Что это? Да, то есть, все баночки. Короче, это у нас баночки, оказывается, не с медом, а с мармеладом, да? Странно. Вроде Мишка должен любить мед. Не знаю, медведи, которые бы ели мармелад. Которые ели бы мед, знаю. Так. Да, вот такая красивая локация. Как будто в Лондон перенесся, да? Подарочек еще, супер. Ой, стукнулся. О, супер, пылесосик. Ой, ой. Так, а время действия пишут сбоку, да? То я пока все изучу. Вот не успел еще один пылесос. Динозавр, скелет, в смысле динозавра. Ничего себе. А я не глянул. Получается, что, неужели просуммировалась сумма время действия пылесоса? Ой, успел, отлично. Да, наверное, не знаю. О, подарок успел. Так, уже 800 баночек. Ничего себе. Ух. Заканчивается время действия. Тут еще пылесос. Ой, класс. А здесь, короче, куча вообще большая будет. Ну да, смотрите, что творится. Ускорение еще. А? Осталось совсем немного. Вот. Ай, там ракета была, да? О, не встречал еще ракету вот здесь. Мне как этот пылесос вообще устраивал. Интересно, будет X4, типа? Ай, что я сделал? Не туда нажал. Светофоры упавшие, блин. Тоже мне Лондон. И... А, баночки. Класс. Вот это бег вообще. И еще двойные баночки. Ну как-то мне пылесос больше устраивал, ну не знаю. Если двойные баночки еще удваиваются, то это, конечно, было бы круто. А как бы я взял тут подарок? Мне надо было, наверное, по машинам. Ой, блин, пылесос пропустил, видели? Он там сбоку так лежал. Я даже его не видел. Да, вот здесь сложно уже. Уже он так быстро бежит, слушай. Ой, это уже какой-то глюк у меня. А, ну в принципе, да, у меня же там куча всего открыто на компьютере. Иногда могут быть какие-то проблемки маленькие. Я не думал, что в такой игре могут быть глюки. До этого не было ни разу. Вот. Так. Подождите. Стоп. Надо хотя бы чуть-чуть посмотреть. А, все, 2800. Все, мне больше. Вот ракета. Отлично. А, мышкой. Мышкой, да? Понял. Прикольно. В общем, все. Я думаю, хватит. Давайте тут соберу немного. Жалко, что нет магнитика. 3200. Да что за... Пылесос. Не хочется. О, подарок еще один. Шикарно. А, пылесосик теперь. Блин. Не могу остановиться. Остановите меня. Кто-нибудь, помогите мне проиграть. Все, хватит. Так, нет, спасибо, я сам специально резался. Что, 3 монетки всего, да? О, а в первом уровне нам туда много монеток насыпали. Опять 1000, вот, круто. Открываю все. Удваивать не буду, потому что, как я понял, удваивается только одна картинка, так что вот, смысл. 4 даже монеты получил. Вот и отлично. Не забывай собирать мармелад, когда бежишь. Стараюсь. А, золотой апельсин. Получай всегда в 2 раза больше мармелада. О, уже скидку выкатили. Нет уж, спасибо. Что это у него 3 апельсина нарисовано? Я не знаю. Так, достижения какие? Скачи за радостью. Перепрыгни через преграды 50 раз. Супер. Забрать.
А тайны раскрыты. Собери 10 таинственных ящиков. Вот почему я так много наград, потому что ящиков много собирал. Получи все 6 дополнительных наград на уровне. Вот оно. А, так. Получи 3 звезды в 5 уровнях. Я уже 5 уровней? А, я же не прошел, да. Есть такое. А, шляпа Паддингтона. Ничего себе. Так, а что здесь у нас? Можно опять улучшать вот что-то. Нет, не понял. Что-то где-то есть. А где? Я ж не могу улучшать. 10, 10 тысяч. 10. А, это скидка. Так, и мишка в пижаме. Смотрите, в 5 раз больше. В общем, мармелада во всех локациях. Обалдеть. Так, тюремная роба. Плюс 7 секунд. Где-то там чего-то. То есть видим мишка каратист 4 раза больше. Купальный костюм можно найти. А это вот можно улучшить, да? Плюс x1, если еще 2 карточки соберу. Ковбой. Круто. Вообще. Красота, слушайте. Просто Паддингтон. А, ускорение плюс 5 секунд там или что это, да? Волшебник. А, можно вот волшебник открыть, я же думаю, что такое? И Sony можно купить. А давайте откроем. Что она дает? Ну вот плюс 5 секунд какой-то локации. Нет, продолжить. Меня больше мармелад устраивает. Улучшить, купить. Найти. Да, костюмов очень много. Собирать, не пересобирать. А ну и коллекционер костюмов, естественно, забираю. Что здесь? Ну это я вижу уже, но это ж... Почему оно не перестает гореть? Даже не знаю. Так, ладно, что здесь у меня? А здесь 5-й уровень, там вот дальше скейт открывается. Yes, let's go. Рекомендуемый костюм вот такой, да? Пробеги 15 секунд, в смысле пробеги 15 секунд, 45 секунд, а ну-ка, 3x каждый день, бесплатная жизнь, предстоит разобраться, в центре Лондона, то есть он врезается, он получает жизнь еще одну, а может мне тогда нужно вот этот костюм, который я открыл, взять, там секунды какие-то к ускорению. А ну-ка, сейчас одену. Была сортировка под костюмом, который у меня доступны. Ну, может, наверное, есть, как бы, но... Стоп. Не понял. Вот ящики. Вот предметы, кристаллы. А, ну, смотрите, вот тут, видите... А, просто Паддингтон плюс 5 секунд, в общем, в этой локации. Давайте я его возьму, да и все, пока. Все, побежали. Пробеги 15 секунд с чем, я не пойму. Наверное, с ускорением каким-то. Не понимаю, если честно, пока... Ну, пока не узнаю, в общем, не пойму. Это ж такое дело. А, просто бежать... Просто бежать время на время. Чу, а я там себе уже надумал кучу всего. То есть вот уже этап выполнен. Ха. Так, тогда нужно было мне собирать в 2 раза больше банок. А вот и ракета. Ракета ж по-любому засчитается, да? А? Так, мышкой. Мышкой. А вот эти жетоны собираю, да? А, и все, блин, быстро. Пылесос как-то взял. На него прям гукнулся, даже не ожидал. Вот она, и тут я прыгаю вот прям с пылесосом. Звезда силы, еще чего-то там открыл. О, отлично, пылесосик. Ой, блин, не прыгнул. Ну, пылесос был, поэтому все хорошо. Так, я уже минуты бегу. Все просто здорово. Там подарок еще впереди нарисовался. И вот есть.
Так, там цели дальше, конечно, большие. Там 2,5 минуты. Я сразу не глянул, сколько там всего, потому что я не знал вообще, что от меня хотят. Оп. Оп. Еще пылесосик. Супер. Да, нужно было брать того, который дает все-таки в 2 раза больше мармелада этого. Так, оп, пылесосик, увидел. Там как-то сквозь щель. Так, уже 2 минуты я пробежал. Почти. Ой. Блин. Вот это да. А, ну, кстати, здесь тоже есть возможность, видели, за рекламу продлить себе жизнь, скажем так. Вот почему здесь нужен был пожарник, он бы бесплатно жизнь себе, как бы, ну, наколядовал, скажем так. А я вот... Мне пришлось рекламу посмотреть. Так, хоть это и не мобильная версия, но реклама здесь тоже присутствует. А, и видели. Ну, я врезался, если бы я куда-то пытался взять подарок, скорее всего. Почему-то мне так кажется. Так, сколько там еще бежать? 4 минуты, блин. Это ж много. Так. И... Аллея, оп. Вот еще подарочек. И пылесос, отлично. А, взял я его, да, взял. Так, а зачем я прыгаю через машину, если у меня так есть пылесос? Пока еще плохо в этих всех вот... транспорте в этом ориентируюсь, поэтому я и врезался. Так, по идее, последняя минута. Ого. Вот в таких вот моментах я и врезался. Подарок, успел. Да, что в этом ящике, в общем. И опять куча баночек, а я с пылесосом. И опять знакомый нам динозавр. Скелет, точнее, его. То, что осталось от динозавра. Так, подарок. Двойные. Думал, сейчас врежусь. Думал, что вот под эту штуку подъезжать нельзя. Она какая-то такая низкая показалась мне. 3.40, еще 20 секунд. Ну, держись, родной. Ракету нужно было брать. Я бы на ней хорошенько пролетел бы. Ну как? 52 секунды. Ну как? Он меня не прыгнул просто. Ха. До следующей награды. Нет. Обойдетесь без 40 кристаллов. Вот это обломчик, слушайте. Эпический облом. Получается, вот, видите. До последней награды не добежал. Ай, жалко. И второй раз уже рекламу смотреть нельзя. Печаль. Печальная. Ай, да. Ну, это, в принципе, можно потом самостоятельно уже добегать, как бы там, открывать все награды там. Эй, Паддингтон, посмотри, какие у меня игрушки. А, скейт. Покажи свои скейтерские способности в течение 16 секунд, прыгая по трамплинам и собирая мармелад и жетоны колеса призов. Причем 16 секунд, да? Можно улучшить? Нет, нельзя. Не хочу сегодня. Хватит уже, долгий так обзор получился. А, поэтому буду прощаться с вами, друзья. А, надеюсь, вам понравилась эта игрушка и наш выпуск. Если так, то поддержите это видео своим лайком, комментарием, советом. Ну и оставайтесь с нами, предлагайте другие интересные игры для обзора. Пока-пока, до новых встреч!